Опережая завтра, в Самаре открылся областной фестиваль активистов ученического самоуправления. Детей со всего региона принял Центр социализации молодежи. Участники слета в течение нескольких дней пройдут повышающие квалификацию тренинги и мастер-классы. Подробнее Кирилл Козин. Активисты ученического самоуправления – главные герои фестиваля. Три дня они будут проходить множество тренингов и мастер-классов. Как правильно выстроить модель ученического самоуправления в школе? Основы делового общения и самопрезентации, уроки взаимодействия с другими общественными организациями. Все обучение в малых, но очень дружных группах. Ребят очень много новых лиц, много знакомых. И на самом деле круто и то, и другое, потому что мы можем познакомиться и с новыми, и как-то обменяться опытом друг с другом, и в то же время увидеться со старыми друзьями, пообщаться, спросить, как у кого дела, что у кого нового, и поделиться вот какими-то своими впечатлениями. Активные участники фестиваля не только дети. Вместе с ними свои организаторские, лекторские и многие другие навыки будут повышать педагоги. Центр социализации молодежи всегда обращает внимание не только на детей, но и на педагогов. Ведь мы будем обучать их впоследствии, да? И педагогам очень важно тоже понимать, знать на себе, проходить все эти этапы, потому что в чем такая... Главная мулька сегодняшнего фестиваля. Педагоги будут проходить все станции. Фестиваль уже пятый год проходит в Самаре при поддержке Центра социализации молодежи. В областную столицу съехались активисты со всего региона. Это будущие управленцы, это люди с активной гражданской позиции, которые, я считаю, не раз еще, которых мы еще не раз услышим. 150 человек. Это представители разных районов Самарской области, в том числе города Самара. Также в рамках фестиваля в Центре социализации молодежи пройдет круглый стол с представителями российского движения школьников. Кирилл Козин, Александр Каракулько, новости губернии.